2 листопада, п'ятниця, Думська ТВ працює наживо в студії Олександр Новицький. Та Алла Єсіна, доброго дня. Незважаючи на те, що над нашим містом такі сірі, такі невеселі хмари, дощ ще нема. Але ж якби був дощ, я б сказав, на вулиці йде дощ, а в нас йде концерт. Але без дощу нам є про що поговорити і на що подивитися. В нас в студії Ігор Рокс, культурний експерт у Метелику. Ігорю, вітаю тебе. Здравствуйте, коллеги. Действительно, дождя бояться смысла нет. Если что, вдруг, то есть где в нашем городе схорониться. Схорониться с пользой для себя в культурном смысле в первую очередь. Вот буквально сегодня вечером можно отправиться в Выборный театр и посмотреть новый балет, который был поставлен вот совсем недавно. Премьера состоялась несколько дней назад, и это, по сути, получается его второй показ. Балет «Маскарад», балет Барама Хачатуряна. Он исполняет с одним антрактом, поэтому такой не слишком продолжительный, он можно высидеть, потому что бывает, что когда слишком долго, то слишком сложно. Вот. А балет... Справді театрали завжди беруть з собою щось поїсти. Подушечку, плед. Я видел разные атрибуты, люди з собою беруть в театр, чтобы как-то скрасить свой досуг дополнительно. Я бачила навіть людей із битками. Вот тут меня Бог миловал в оперном театре. Тут все залежить від вистави. Можна так, нагоняючий апетит. Це був ляльковий театр, і це було досить дивно. Ну окей, якщо кормили дітей, ні. В оперном театрі я, слава Богу, не видел никогда, щоб людей кормили. А ти бачив, не було випадків, коли замовляли піцу в зал. В четвертий ряд. Я здесь, тише там, піцу мені. Вот, ні, слава Богу, я на такі картини не попадал. І, кстати, думаю, що произведення «Маскарад», это же произведение Лермонтова, на основе него Барам Хачатурян написал этот балет. Там история, она как бы точно не повышающая аппетит. Вопросы доблести, чести, мужской дружбы, верности. Если вы помните, все, что «Маскарад» интересно господину Хачатуряну. И шашлы, и люля. Вот. Так что рекомендую вам сегодня в 18:30 начало. Это оперный театр и новый балет одесской постановки нашей труппы, нашей режиссерской группы режиссеров-постановщиков. Людей, кто работал над этим балетом. Выходные просто сказочные. Музыкальные, концертные, юмористические. Прям есть у меня спокойствие за всех наших зрителей, те, которые вот отправятся на какое-то из этих мероприятий. Вот прям будет у вас все хорошо. В субботу в Садах Победы в 21:00, в концерт-холле, конечно, за Садов Победы, не ищите в супермаркете «Космос» концерт. Від того, що ви шукаєте. Так, ну, ні, якщо концерт, а комусь супермаркет. Так, все так. Ну, якщо на концерт, якщо на триб'ют-шоу Челентано, то це наверх, на п'ятий етаж. Вже в антракті до супермаркету. А там вже можна, так, можна одразу із собою взяти. За картохой збігати. Якщо він буде, звісно ж, але може його і не буде. Трішечки більше підробиць я прошу щодо цього концерту. Це є... Розкажу. Так, давайте. Це є триб'ют. Так, це триб'ют, звісно ж. Я еще раз акцентирую на этом внимание, это не сам Адриано Челентано, он, к огромному сожалению, всех почитателей его таланта, он уже более 10 лет не дает концертов за пределами Италии, но вот есть такая группа, как Луи Эгли Амичи Дель Ре, вот так. Со слегка абхазским акцентом, конечно, я говорю на итальянском. Но мне простительно, да, я вырос на молдаванке. Так вот, это шоу называют лучшим мировым трибьют-шоу. Солист этого коллектива, харизматичный Адольфо Себастьяне, имеет удивительное сходство со своим кумиром. И я это видел своими собственными глазами. Мне довелось работать на мероприятии, вести мероприятие, где он был приглашен. И он действительно, ну вот если не знать, что это не Челентано, человек заходит в помещение, ты...
Как я вот поймал такую реакцию у нескольких людей, он себе очень похож. Знали цитата из мультфильма «Извини, старик Челентано прийшов». Да, 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 да. Это... Він не вперше прийде до Одеси, наскільки я розумію. Ні. Тож він, до речі, був у нас в студії, в наших колег Олени Єремієвої та Нікіти Таролі. Ну, от ви можете у ребят спросити, вони вам, уверен, підтвердять, наскільки він похож. І внешне похож, і тембрально похож, і от він поє, подача. Ну, от опять же, да, якщо в якийсь момент відвернутися, навіть не смотреть на сцену, ощущення, що це поє Челентано. Він співає і він виступає наживо. Да, 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 да. Вживую у нього є бек-вокалістка, вони професіональні музиканти. Да, все дійсно по-настоящему. Даже говорят, что Челентано однажды посетил один из концертов группы и был настолько поражен выступлением, что выйдя, сказал такое ощущение, что нас теперь двое. Поэтому я вам рекомендую 3 ноября, это суббота, это концерт Холл Сады Победы в 21:00 начало, но если вдруг не складывается в субботу, есть шанс номер 2, потому что еще один концерт трибют-шоу Адриана Челентано состоится в Одессе на следующий день, в воскресенье, но уже в Музкомедии и в 19:00. Если вдруг так удивительным образом попадет, сложится точнее, что в субботу вы сходите на Адриана Челентано, а в воскресенье еще захочется куда-то пойти, ребята, Сергей Притула в воскресенье привозит варьяты шоу в Одессу. Мне кажется, что в этом году их не было. Вот что-то я не помню. Я не пам'ятаю, що ти принаймні про це розповідав. А якщо так, про це не говорив Ігор Окс, значить цього не було. Да, да, да. Так зараз і поговорюють в українському шоу-бізі. Ні, мені кажется, на самом деле, ребята приїжджали раніше, я определенно говорив в програмі об їх виступленнях. У мене таке ощущение, що либо це було настільки давно, що я об этом не помню, либо в этом году не було, в принципі. Но вдруг ви вообще не знаєте, що таке варіати шоу. Это проект, созданий Сергієм Притулою, він є его ведущим. Неймовірно талановитим красеним Сергієм Притулою. Да, прости, прости, я действительно. Я забыл, надо полную давать, полное определение из Википедии. Вот, оно звучит именно так. Это наиболее гастролируемое украиноязычное юмористическое шоу страны. Еще до недавних пор это было единственное украиноязычное юмористическое шоу. По сути своей, это те же миниатюры. Они связаны студийными, ну, вот то, что мы видим сейчас на экране, это студия, потому что... Телевизионная версия. Да, да, да. Телевизионная, концертная, я предполагаю, выглядит несколько иначе, но видишь студийный, понимаешь, как это выглядит. То есть разные актеры, разные миниатюры, разные темы из жизни. Примечательно, что ребята за 7 лет своего существования придерживаются очень четкого принципа не шутить про политику, они шутят только про бытовую жизнь, понятную мне, тебе и даже Саше. Вот. То есть, не факт. Хотя, опять же, не факт. По простых, абсолютно каких-то бытовых темах они шутят. Может быть, именно поэтому получили народную любовь. Про их телеэфир я сказал, а это для них определенный, конечно же, выход на новый уровень. И вот теперь у одесситов есть возможность в воскресенье 4 ноября увидеть своими глазами, каков он сегодняшний уровень варьяты-шоу в исполнении Сергея Притулы и его друзей. Это... Дуже цікаво, дійсно. Да, да, да. Мне тоже кажется, что должно быть хорошо. Переберемся в понедельник. В понедельник тоже, ребята, есть... Понедельник начинается концертом, еще одним концертным событием. Это будет концерт выступления Дана Балана в оперном театре. Кто-то может посчитать, что в предложении выступления Дана Балана в оперном театре есть несколько лишних слов, и эти слова Дана да, Балана. Да, Дана Балана. Да. Я так даже думаю. Но, видите, с другой стороны, становится каким-то тоже своего рода трендом, то, что в последних несколько лет артисты самой разной направленности и самого разного калибра выходят на эти святые подмостки. Кто він? Он певец. Не спевай мне что-то. Не хочется, я хотел бы не прекращать вести культурную программу на Домской ТВ, поэтому напеть Дану Балану я не буду напевать его. Но, ради Богу, я також не приєднаюсь до вашого шоу. Вот, видите, это будет шоу, я покажу все на пальцах, объясню. Значит, была когда-то группа «Озон».
Драгості це хлопці з Молдови. Це совершенно верно. На щастя, в нас з вами різний вік, тому я не знаю такого. Дуже талановиті хлопці. Вони навіть порвали італійську, європейську та вийшли навіть чотири пари джинс. І вийшли до північноамериканського навіть ринку, і там були в хіт-парадах. З піснею «Драгі Штераме». А, я знаю цю пісню? «Драгості дентей», не? Це сюрприз. Ну, воно моє. Якщо ми зараз поспорим з вами на тему молдавського язика і правильності. Такий батл. Давайте не будемо діяти. В общем, Дан Балан – это молдавский Робби Вільямс. Антон тоже. Он вышел из группы, он начал сольную карьеру. Она у него задалась. Нащо ти так з Робби Вільямсом? А? Нащо ти так з Робби Вільямсом? Ну, я ж сказав, я объясню сейчас на пальцах. Поэтому такими, знаєш, очень быстрыми, короткими терминами движемся. Один из его первых синглов «Чика Бомб» там ворвался на танцполы, в радиоэфиры по всему миру, прям вот, да, «Чика Бомб, All Together, Everybody». Последние слова, это уже я от себя. Дуэт с Верой Брежневой был громкий, да. Да, вызывали полицию. И пожарных. «Лепестками слез» называется. Очень громко падали лепестки. Вот золотой граммофон получили, что ты. В общем, сейчас несколько новых песен появилось. Обещают... Я сейчас старины запамятала. Вот смотри, я вот что в анонсе прочитал. Обещают великолепное шоу, киловатты звука, света и, конечно же, бешеную энергетику Дана Балана еще бы при таком-то количестве киловатт звука и света. Давай на цьому все с Даном Баланом. В этот же день, в понедельник, в Доме клоунов есть спектакль. Причем... Это уже инша справа. Да. Забыли. У нас есть прибор, который, да, красная кнопка. Вот. Так вот, в понедельник в 19:00 в Доме клоунов спектакль «Сексуальное чтиво». Это спектакль не «Трупы масок», это привозной спектакль «Черного квадрата», Киевский театр. Он регулярно приезжает до Одессы, абсолютно верно. Он регулярно приезжает. Практически всегда в Украинском театре свои спектакли показывают ребята. Это немножечко другой формат. Это живой спектакль, импровизированный спектакль, сюжет которого будет выстраиваться прямо на глазах у людей по мере того, как зал будет взаимодействовать со сценой и с актерами. Вот от этого и будет зависеть ход этого спектакля. Именно по этой причине каждый спектакль такого рода, он уникален. И люди, зрители могут себя сами почувствовать режиссерами и сценаристами, и вот этот контакт. Вот мне кажется, это очень круто, когда ты какую-то идею вбрасываешь, сидя, будучи зрителем, вбрасываешь предлагающим. То есть не дальние, а как будет дальше, залежит от ситуации. Да, и как ребята это разовьют, как импровизация, это на самом деле это сложнейшее искусство. Сложнейшее. И она может как получиться, так и не получиться. Этому невозможно научиться, но в этом можно хорошенечко поднатореть. А? Какие противоречивые вещи сказали. Поднатурили и пошли дальше. И пошли дальше, да. Ведь дальше есть куда пойти. Например, в среду в филармонию в 20:00. Там будет выступление, концерт группы Slate. Подожди. Кто такие группа Slate? Читаю вопрос в ваших глазах, и тут уже даже наш Саша возраст не помогает понимать, кто это. Группа Slade, дело в том, что была образована в далеком 1966 году, вот так давно. Бывшие участники коллектива Wenders и Steve Brett и Mavericks сошлись и образовали этот коллектив. Они изначально выступали под названием «N-Betweens», потом они стали «Ambrose Slate», и только уже к началу 70-х они сформировались как «Slate», начали выступать под этим именем, успели завоевать репутацию одного из лучших концертных коллективов того времени, но настоящий прорыв у них случился в 71-м году, когда два сингла «Slate» один за другим попали в британский хит-парад. Это были песни «Get Down» and Get With It, которая достигла 16-го места, а потом Cause I Love You стал хитом номер один. Еще есть одна примечательная фишечка этого коллектива, что все названия своих песен
они записывали такой орфографией, вот как слышу, так и пишу. Вот, да, если вы видели, например, как там пишут «Happy birthday to you», заменяя слово «to», например, на двоечку. Mm-hmm. Да? Вот такой вот у них стилек. И в период 71 по 76 год они подряд выдали 17 синглов, которые входили в двадцатку британского хит-парада и стали первыми, кому удалось хоть как-то приблизиться к рекорду Beatles, у которых вышло 22 сингла подряд. То есть группа авторитетная, группа именитая, и я думаю, что поколение, наверное, наших родителей с вами были вот какое-то промежуточное звено, кто вот в детстве ракешником, в юности, точнее, ракешником увлекался, наверняка группу Slade помнят, знают, что довольно на этот концерт пойдут, который, напомню, вам состоится в среду, 7 ноября в филармонии. По событиям это все, что я хотел вам сообщить. И в заключении несколько слов о кино. Я уже хотела спитати, а де кино? Кино, конечно же, сейчас будет. И ой, какой фильм наконец-то выходит на экран. Точнее, уже вышел, примерный показ состоялся вчера, 1 ноября. Кто-то наверняка даже успел и 31-го попасть на допремьерный показ. Лично я ждал этого фильма неимоверно долго. Это фильм «Богемская рапсодия», это биографический картина, фильм, да, посвященный Фредди Меркури, вот периоду создания, становления группы, вот охватывает фильм период десятилетний с 75 по 85 год, апогеем картины случается, собственно говоря, появление песни «Богемская рапсодия», и песня, и клип, они прям сломали ряд стереотипных и уже обыденных вещей в мире музыки на тот момент. То есть никогда до сей поры, до того момента, как вышла была написана «Богемская рапсодия», на радио не ставили песни продолжительностью 5 с лишним минут, по-моему, 5,5, 5,37, какой-то такой хронометраж о «Богемской рапсодии». Им кричали, эта песня не будет на радио никогда, она слишком длинная, она слишком сложная. Но все мы с вами знаем правду, какова действительно история, и какой это действительно был ошеломляющий успех. Ну, для меня это очень важный фильм, потому что если я в своей жизни от кого-то действительно фанател, то это группа Queen. Группа Queen и Фредди Меркьюри. Но вони справді неймовірні. Да. Они абсолютно невероятные. Я не знаю, я очень рассчитываю, что вот актер Рами Малек, который, в общем-то, известен только по сериалу «Мистер Робот», и как бы других значимых работ в кинематографе у него нет. У него есть, конечно же, некая отдаленная схожесть с Фредди Меркьюри. Я очень надеюсь, что он не подведет и покажет Фредди настоящим. А он был разным, безусловно, как любой гениальный человек. Он был разным, противоречивым, непростым, и отношения в коллективе. В общем, если вы любите Queen так же беззаветно, как люблю его я уверен, что вы получите удовольствие от фильма. Я чула и позитивные, и негативные відгуки на эту картину, но больше позитивных все же. Негативно, я думаю, высказывают поклонники группы Slade, которые пойдут на их концерт. Да, не пойдут на Дана Балана. Далее, следующий фильм, о котором мне хочется рассказать, это фильм с Киану Ривзом в главной роли. Это ни о чем, конечно же, не говорит у Киану Ривза. Короче, он остаточно, как говорят, зійшов з глузду, з'їхав, кажуть. Да, на самом деле. Да. Но фильм, в общем-то, герой этого фильма, он тоже в каком-то смысле, можно сказать, что сошел с ума, потому что у него погибла семья в катастрофе, а он ученый, и он, идея этого фильма заключается в том, что он пытается репродуцировать, создать клонов своей жены, своих детей. Ему там с какими-то определенными сложностями наверняка удастся, но определенные последствия будет иметь и лаборатория, в которой он работает, которая под строжайшим правительственным наблюдением. Такой фантастический триллер от режиссера, который снимал фильм «Послезавтра». Может быть, я так осторожно выскажусь. Вот трейлер ничего такой. И «Послезавтра» было тоже, в общем-то, ничего такое. Ну, посмотрим. Ну и еще одна картина, которую я очень рекомендую вам не пропустить. Другого совершенно свойства. Во-первых, европейское кино, Швеция и Дания его создали в копродукции. Фильм, который называется «На границе миров». Это фэнтезийный триллер. Он является киноадаптацией романа
юная Айвида Линквисте, которая называется «Впусти меня». И интересно, что ради очень необычных ролей, а вот в трейлере будет видна внешность главных героев этой картины, им пришлось набрать по 20 килограммов каждому, да, для того, чтобы исполнить эти роли. Ну и ежедневно тратилось по 4 часа на то, чтобы их загримировать. Лента получила награду «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в этом году. И эта тема, она тоже примечательна. Ну и это такое, знаете, правильное социальное кино, которое наверняка, мне кажется, должно показать, как нужно и как можно относиться, и как нельзя относиться к другим людям, которые от нас чем-то отличаются. От нас, я имею в виду, от стереотипного понимания обычного человека. И вот главная героиня Тина, она работает на таможне, и у нее есть уникальный совершенно дар, она может чувствовать эмоции людей, чувствовать, видеть их, слышать и обонять. Поэтому она невероятно ценный сотрудник на таможне, она любого человека, кто потенциально, да, может представлять какую-то опасность, она его, что называется, чует. И вот в какой-то момент ей встречается человек, которого она с одной стороны чувствует, а с другой стороны, сделать ничего не может. И с этим человеком у нее возникает, безусловно, связь, потому что они оба очень похожи. Ну, а дальше надо смотреть. Во всяком случае, трейлер очень многообещающий. Награда. Він мене лякає, якщо чесно. Ну, давай я посмотрю и потом скажу, страшно было или нет. Ну, давай. Домовились. Тебе не жалко. Я, поверьте, и не такое видел. Тож, дякуємо тобі, Ігорю, як завжди, цікаво та інформаційно. Ігор Окс, культурний експерт в Метелику, був нашим гостем. Зупиняємося на кілька хвилин, потім повернемося та продовжимо роботу. Залишайтеся на Думській ТВ, їм буде цікаво.